Пускай водянистым своим пересказом хотят подсластить его гнев и сарказм, и в разных журналах в различные сроки печатают лесенькой вялые строки. Пускай никаким мастерством не владея, решают, что их выручает идея и держат в свидетельство собственной мощи цитаты поплоше и мысли поплоще. А он, как и был, остается поэтом, живым, неприкаянным и недопетым, не слышит похвал, не участвует в спорах, бездомен, как демон, бесдымен, как порох. Ни дома, ни дыма, ни думы, ни дамы, ни даты отбитой былыми годами, никем не обласкан, никем не освистан, не отредактирован, не переиздан, но каждое утро, как в первом издании, впервые вперяет глаза в мироздание, в сумятицу гавани, в давку вокзала, и снова, как время ему приказало, встает на трибуне и требует слова, и насмерть идет, и рождается снова.